Сегодняшнее видео это просто рай для любителей контейнеров в GTA 5 RP. Сегодня мы откроем 100 контейнеров и для максимального интереса, ребят, досмотрите видео от начала до конца. Давайте попробуем набрать сегодня 4000 лайков за нашу GTA-шечку 5. И, конечно же, ни в коем случае не забывайте о моем промокоде хэштег Данте. Ребят, ну что, это снова видео по контейнерам. Я безумно рад, что вам заходит это видео, потому что статистика об этом говорит. Давайте я сразу вам пообещаю, что если мы наберем 4000 лайков, то следующее видео по GTA 5 будет уже вместе с Дашей. В общем, как вы поняли из названия, сегодня я буду снова открывать контейнеры, но слишком нестандартным образом. Обычно, как это происходит, мы просто приходим на контейнеры, спавним их и, в принципе, открываем как бы все подряд. Кто-то открывает там сразу все 12 контейнеров. Мы с Дашей в прошлом видосе просто там по 2-3 штучки открывали вместе, и сегодня я выберу просто один рандомный контейнер, который я буду открывать 100 раз подряд, то есть я даже счетчик выставлю. Я, как вы видите, еще сделал ровный баланс 15 миллионов, и вот именно от этой цифры мы будем опираться. Привет, Сири. Привет, Сири, блять. Назови любое число от 1 до 12. Случайное число от 1 до 12. 10. Таким вот интересным образом я выбрал 10-й контейнер. Сегодня мы будем его открывать 100 раз. Так, первый контейнер пошел. Это средний контейнер. У нас сегодня будет их большинство. И давайте сойдемся на том, что каждый 10-й контейнер мы будем открывать элитный за 3,5 миллиона. Чтобы в средних контейнерах мы хоть как-то там поднялись, да, до элитного и уже тратили бабки, потому что в элитном, конечно, не всегда падает какая-то классная вещь. Все, наш первый контейнер открываем, ребята. И нам выпадает... Блин, хорошее начало, елки-палки. Нам выпадает тачка за 280 тысяч. Спасибо. Второй пошел, ребят. Я, если что, считаю. Я надеюсь, я не собью сегодня со счету, да? Все, второй контейнер, 550 тысяч, полетели. Открываем его, смотрим. И нам выпадает тачка за 300 тысяч. То есть, смотрите, мы уже в небольшом таком минусе на 500 тысяч. Блин, что-то хреновое начало какое-то. Все, третий раз мы полетели. Открываем третий контейнер наш по счету. И здесь все, мы в плюсике, по-моему, небольшом. Нет, мы все равно в минусе. Ребят, не проматывайте это видео, потому что, ну, это будет интереснее как бы посмотреть вместе со мной, как я поднимаюсь или опускаюсь. Потому что если вот так вот промотать видео прям в самый конец, то это, конечно же, будет неинтересно, согласитесь. В четвертом контейнере нам, к слову, выпадает тачка снова минус 370 тысяч. Ну давай, пятый юбилейный, не подведи меня, пожалуйста. Ну и пятый контейнер нас тоже подвел, ребят, 290 тысяч. Я прям, ну, в нормальном таком минусе, блин. 9 контейнеров позади. У нас сейчас была такая череда, по-моему, 3 или 4 окупов. Сейчас у нас 370. Мы в минусе на 430 тысяч. И, в принципе, давайте, время открывать элитный контейнер. Все, это наш первый элитный контейнер на сегодня, ребят. 3,5 миллиона. Посмотрите, просто как у меня уже упал баланс. Ты сейчас просто обязан меня не подвести, пожалуйста, давай. Что вы знаете о боли? Просто... 660 тысяч, ребят. Угадайте, что в 11-м контейнере, ребят. И в 11-м контейнере тоже говнецо. Ну, как бы такая вполне нормальная тачка, но стоит она мало, конечно. И 12-й контейнер мы ставим. На самом деле, я думал, это немного побыстрее будет. Но мы пока на 12-м контейнере, прикиньте, осталось 88. Открываем, смотрим и... Да блин, что за невезение, реально 330 тысяч. После 13 контейнеров у нас на балансе 11,5 миллионов. Недавно, к слову, мне из элитного контейнера выпала тачка за 20 лямов. Многие писали, что это подкрутка ютуберам. Но вот сейчас я думаю, что эти люди заберут свои слова обратно. Давайте, кстати, 13 контейнер открываем. И, ну... Ладно, сойдет, нам выпадает тачка за 620 тысяч, это, конечно, ну, блин, далеко не окуп, у нас 11 лямов как было, так и осталось. Блин, что-то как-то не везет, ребят, что-то как-то не везет, надеюсь, что, ну, на контейнере так 78-м мы нормально начнем тащить, может, система там сломается, я не знаю, что вообще будет происходить. Но, да, нам остается 10 секунд до открытия нашего 14-го контейнера, почти юбилей. Все, открываем, 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 и снова нам падает Торос. Он стоит 370 тысяч, все, продаем. Блин, капец. A few moments later. Сейчас мы открываем элитный контейнер. Это наш 20-й контейнер по счету. И у нас остается, смотрите, просто 7,3 миллиона. Мы проиграли половину ровно из того, что у нас было. И это просто максимальное невезение. Мне так никогда, наверное, не фартило. Ну, точнее,
Не фартило, да? Ну, короче, ну вы поняли. Открываем, просто открываем, и я реально ничему сейчас, наверное, не удивлюсь, ребят. Да. Я просто не удивлен, блин. Нам выпадает Кадиллак за миллион, это дешево, это немного, по сравнению с 3,5 лямов. Я не знаю, что-то не так с этим контейнером, смотрим, нам выпадает тачка за 570. Обычно, я не знаю, ну хотя бы раз на пятый выпадает какой-нибудь Мерседес, там, за 1,5-2 миллиона. Но, блин, ну просто, походу, не в этот раз, вот за 270 тысяч. Ну просто... Просто охренеть, блин. 23-й контейнер, в нем падает говно. Спасибо огромное, блин. Спасибо большое. 24-й, и наконец-то нам выпадает что-то дороже миллиона. Смотрите, 1,3 миллиона. В принципе, спасибо. Это наш 24-й контейнер, и первый раз нам выпало что-то дороже ляма, блин. Спасибо, спасибо огромное. Мы в диком минусе, ребят. Я, к сожалению, уже понимаю, что вряд ли мы дойдем до 100 контейнеров. Это разумеется, тем более я уже со счета немного сбился. У нас остается чуть меньше 5 лямов из 15. И это просто, блин, охренеть можно. И давайте откроем. Ну, пожалуйста, блин, третий контейнер элитный. Должен быть что-то там нормальное должно быть. Да, окей, это хороший дров. В принципе, почти 5 лямов. Хорошо, спасибо. Следующие 10 контейнеров я хочу открыть все-таки вот так вот по 2 штуки. Чтобы просто сравнить. Блин, прикиньте, сейчас в 11-м будет подряд выпадать всякие Мерседесы, гелики, там, ГТРы. В 10-м нам выпадает тачка за 620, спасибо. И в 11-м за 680, отлично. Неплохо. Так, открываем. Открываем, открываем, открываем следующий. И о чем я и говорил? Чтобы понимали, ребят, мне упал гелик. Мне упал гелик. Он очень редко выпадает из среднего. Это 3, блин, миллиона. И это было не в 10-м контейнере, который мы открывали. Ну а в 10-м... И в 10-м нам тоже что-то... Нам упало CLS. 2,5. Поехали, поехали, мы почти окупились. Мне нравится эта стратегия, давайте также продолжать по 2 открывать. Все-таки, во-первых, это быстрее. А во-вторых, я как-то заметил, пошло все в гору. Мне это уже нравится, ребят, я надеюсь, что это продолжится, естественно. Да, отлично. Супер, 1,3 миллиона. Что в этом выпадает, пожалуйста, не подведи, не подведи. Ну... Сойдет. И, кстати, это первый раз за это видео, когда мы окупились. Мы окупились, конечно, на 250 тысяч всего лишь, но тоже ничего, ребят, тоже ничего, согласитесь. Открываем вот эти вот два контейнера сейчас, да, это 37 и 38. Следующие контейнеры я поставлю также по 2, и вот этот у нас будет средний, а вот этот 11 уже будет элитный. Блин, в принципе, неплохо. По сути, если бы мы остались на одном месте, вот так вот у 10 контейнера, я думаю, что мы бы все близились так прям к нулю баксов. Но давайте открываем 37 контейнер. Окей, ну ладно, ну не всегда же хорошему что-то выпадать. И... Здесь тоже у нас неудача. 39 и 40 контейнеры у нас готовы. Давайте открываем средний сначала. Нам отсюда выпадает тачка за 300 тысяч. И из элитного, пожалуйста, давай что-нибудь хорошее. Это 2 ГТРа, ребят. Это 2 ГТРа, 7 миллионов. Офигенно. Открываем 43-й контейнер. Выпадает опять CLS. Отлично, 2,2 миллиона. И это, кстати, 11-й опять же. Сейчас из 10-го выпадет какая-нибудь фигня. Ну, не совсем, не совсем, ладно. 45-й и 46-й контейнеры у нас в минусе. Одна у нас тачка буквально там на 30 тысяч дороже ставки. А вторая, ну, конечно, полное говно. Пошли, пошли хорошие дропы, ребят. 1,5 миллиона мы зарабатываем с контейнера. Открываем следующий. И, кстати, здесь у нас тоже плюс. И сейчас мы будем открывать также средний и уже элитный контейнер. Это хорошо. В 49-м нам выпал не окуп. И давайте открываем наш юбилейный контейнер, пожалуйста. Да, детка. Да. Это у нас Mercedes GLE за 4,5 миллиона. Тоже, в принципе, неплохо. Я, кстати, сейчас вообще перестал смотреть на баланс. Мы в плюсе практически на 7 миллионов. Это, блин, офигенно. Но все-таки у нас позади всего половина. И, ребят, я не знаю, сейчас я буду открывать сразу по 5 штук. На эти 5 контейнеров я уже поставил ставки. И именно вот эти вот 5 штучек я буду открывать постоянно до конца. Когда мы начали открывать по 2, нам стало вести. Сейчас посмотрим, что будет, если открывать по 5 штук.
штук. Так, это плюс. Это достаточно серьезный минус. Снова минус. Это достаточно неплохой плюс. И здесь у нас упал Мерседес тоже за 400 тысяч. И, в принципе, мы как бы в нуле. И хорош! Отлично! Отлично! Нам выпадает Lexus. Если я не ошибаюсь, он стоит 2,2 миллиона. Да, я был прав. Хорошее, хорошее начало. Сейчас мы смотрим. Нам падает еще один плюс, отлично. Смотрим, здесь плюс огромный. 2,5. Найс, красиво. И здесь тоже, по-моему, небольшой плюсик. Да, 660 тысяч, офигенно, отлично. 5 контейнеров открыли. Из них 4 плюса, это, блин, просто превосходно. Я, кстати, совсем забыл про элитный контейнер. Давайте на этот раз откроем 12-й. И после этой элитки у нас будет 61 открытый контейнер. Давайте смотрим. И... А я не помню, что это. Лям 800. Блин, удача, удача прервалась, блин, не в очень хороший момент. Из следующих 5 контейнеров нам упали неплохие дропы. Это, во-первых, BMW X5, во-вторых, это Comet Retro, и в целом у нас получился небольшой окуп. И на данный момент я открыл 70 контейнеров. Сейчас я хочу заспавнить сразу 10 контейнеров, посмотреть, что из них выпадет из этой десятки. Я не знаю, Данте разошелся, я уже, по-моему, красный, ребят. Уже около часа я записываю это видео и просто не представляю вообще, что у нас будет в итоге. Вы еще спросите, почему у меня так упал баланс. Это все потому, что я еще заспавнил вот там вот 2 элитных контейнера. Сейчас будет просто безумно интересно, ребят. Поехали. Сейчас у нас будет открыто 80 контейнеров. Начинаем мы немного плохо. Пока что просто огромный минус, ребят. Пока что реально, блин, 15 лямов всего. Смотрим, здесь вроде упало 2 тачки, но они буквально на 2000 дороже стоят, чем ставка. Мы уже практически на подходе к элитным, у нас осталось 3 контейнера. Так, нам выпадает миллион почти. Здесь нам падает здесь Lada Vesta, это тоже небольшой окуп. Тут нам падает снова 2 тачки, это миллион. И остается 2 элитных контейнера, ребят. Прожмите обязательно сейчас лайк на удачу, я не знаю, сколько уже идет это видео, но ставка 3,5 миллиона, открываем первый. Выпадает, блин, такое себе. Открываем второй. И падает то же самое. Бля. После десятки контейнеров подряд мы в минусе на 4 миллиона, если я не ошибаюсь. Ребят, спавним, конечно же, заново. Нам осталось еще 20 контейнеров. Это что такое? Пустой контейнер? А, ну, здесь... Toyota Camry. Минус дикий, ребят. Сейчас надежда только на элитный контейнер. Это 90-й контейнер, я напомню. 90-й уже контейнер. И говно. Наши последние 10 контейнеров, ребят. Открываем наши последние. Так, хорошее начало, неплохо. Миллиончик мы заработали. Пока что я элиточку пропущу, ребят. Я ее пока что не хочу рисковать открывать. В следующих контейнерах это минус, это минус. Это тоже минус. Здесь у нас тоже опять минус. Минус. И вроде небольшой плюсик. Посмотрите просто на баланс. Мы открыли 99 контейнеров и буквально на 40 тысяч мы опустились. Но у нас еще есть в кармане как бы наш элитный контейнер. Открываем, это 100-й контейнер. Я, честно, я боюсь, ребят, я боюсь. И... Миллион 150, миллион 150. А, лол, у меня еще один был, вот он, спасибо, еще один миллион. Ну что, ребят, для меня это стало неожиданностью, что, во-первых, мы открыли все 100 контейнеров, это было очень круто. Ну а во-вторых, ребят, для меня был сюрприз, что мы даже не остались в минусе, мы ушли в плюс. И это прям дорогого стоит, ребят, это было очень круто. Напишите в комментарии слово «контейнер», если вы досмотрели до этого момента, вот реально, видос огромный получился, я прям не сомневаюсь в этом. И если вы досмотрели до этого момента, напишите комментарий, я, ну блин, я вам буду очень благодарен. Спасибо всем за просмотр, друзья, с вами был, как всегда, Данте. Желаю вам всем огромной-огромной удачки. Это было GTA 5, не забывайте мой промокод. Всем удачи и пока-пока!